Ну, это очень опасный трюк. Я вообще не очень хотел его делать, но обычный мешок на голову. Такой обычный для использования. Ну вот так. Это, блин, очень. Ты снимаешь, да? Короче, ну мы прекратили запись, потому что по этой полосе ехали ГАИ. Я не знаю, вроде законов нет, которые контролируют ношение мешка на голове. Я скажу, что это религиозная потребность, ну такая религия специальная. Аллах Акбар. Аллах Акбар. Вот как бы сам мешок, ну чтобы более так, ну посмотреть его вплотную, да. То есть на ткани, что она не просвечивает с помощью вспышки, и с этой стороны тоже. Попробуй просвети просто вспышкой. Короче, как там говорится в блогах, подписывайтесь, ставьте лайк, короче. Вот, всем пока.